Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Алла Вяжет. Очень рада всех вас приветствовать. Сегодня пойдет разговор о том, что у нас скоро начинается совместный проект. Если вы уже были на канале Визана, Наташа говорила, что мы начинаем с 1 июля. И продлится 2 месяца. Совместный проект, который называется «Скоро в школу». В этом совместном проекте мы будем вязать все, что нужно для деток из одежды, головные уборы, бантики, носочки, все, что нужно для школы. То есть, когда ребенок ходит в школу, вот как в нашем случае, вы видите на экране, я в этом году вязала внучке 2 жилетки. Я расскажу о них и поговорим о том, какие условия, что мы будем вязать и как вообще будет проходить наш совместник. Итак, вы на экране видите 2 жилетки. Эти жилетки я вязала из разной пряжи. Вот. Эта жилетка, это турецкая пряжа шикерим. Акрил, кто-то может скажет, что не нравится, но у меня не было на тот момент другой. Я связала эту жилетку, и внучка ходила в ней. Вроде немножко лучше со светом. Внучка моя ходила в этой жилетке. Потом, когда мне Ирина Кремнева, ее канал Ира и Саша Кремнёвы, они мне прислали на Новый год подарок вот эту пряжу, вот из которой вы видите, это пряжа Газал, я связала 2-ю жилетку. Что я хочу сказать? Значит, экспресс-мастер-классы на обе жилетки есть у меня на канале, внизу ссылки оставлю. Что хочу сказать. Мы с Наташей, канал Визана, Наталья Хомякова, мы с Наташей решили, что сделаем такой совместный проект для того, чтобы связать деткам необходимые к школе вещи, как и головные уборы, так и плечевые. Кто-то, может, захочет вязать сарафанчики, юбочки, пожалуйста. Как для девочек, так и для мальчиков. И мы с Наташей решили сделать такой совместный проект на 2 месяца. То есть заранее подготовиться к школе. Стартуем 1 июля. Будем показывать вам пряжу, из которой мы будем вязать. Подробно. Все условия вы можете зайти к Наташе на канал. У нее есть видео, снятое для зрителей, для тех, кто хочет присоединиться. Там она все подробно рассказывает. Я же сейчас хочу вас всех пригласить вместе с нами повязать. Девочки, у кого есть каналы на YouTube, мы будем выкладывать мастер-классы. У кого нет каналов, также Наташа дает ссылочку и говорит о том, что у нее есть канал, у нее есть группа ВКонтакте. Группа тоже называется Визана. Вот, пожалуйста, проходите туда, смотрите, добавляйтесь. То есть не беда, если у вас нету канала на YouTube. Этот совместный проект, он будет призовой. Уже есть несколько спонсоров, которые также там они все указаны у Наташи под видео. Вот. Мы также и участвуем, и являемся спонсорами. Единственное, что мы, вот мы спонсоры, да, мы не будем призовые места получать. То есть мы будем их даже с помощью голосования, если кто-то из нас победит, мы будем их отдавать другим. Как мы делали это раньше. Вот.
То есть я когда вот победила, у Наташи был совместный проект, я получила приз, я его отдала другой участнице. Что хочу еще сказать? Присоединяйтесь, может, у вас есть идеи, с которыми вы поделитесь с другими девочками. Расскажите, может, вы будете вязать, не знаю, там, обручи. На голову есть такие вот обручи с бантиками, с цветочками. Может, просто заколочки вы будете делать. То есть все, что пригодится нашим с вами деткам в школе, пусть это будут рюкзаки, одежда, обувь, все что угодно, мы будем выкладывать у нас на канале, делиться со всеми, рассказывать, как мы это делаем, из какой пряжи. Поэтому, друзья мои, давайте дружно порадуем наших детей и, ну, внуков. Я вот внуков, внучек и внука буду радовать. Давайте мы порадуем деток, сделаем им своими руками красивые вещи. Вот. Очень будем рады, если вы будете при участии с нами в этом СП будете делать мастер-классы бесплатные и будете делиться с остальными участниками и зрителями. Что хочу сказать? Пряжу хотела. Сейчас я вам покажу пряжу. На данный момент у меня вот такая вот пряжа. Вот. Но так как у нас в школе форма серого цвета, то есть и пряжа вот такая, я тоже буду Ане вязать плечевое изделие из этой пряжи. Вот. Мне нужно кардиган связать, мне нужно и берет ей связать. Я буду вязать и спицами, и крючком. Наташа вяжет только крючком. Может быть, из вас кто-нибудь вяжет на машинке. И присоединитесь и расскажите нам, как вы это делаете. Вот от этой пряжи, вот от этой пряжи, которую мне прислала Ирина Кремнева, вот у меня остался моточек. И вот такой моточек. Жилетку я вязала в две нитки. Вот это богатство. Я, как вы видите, вяжу уже повязку. Видно, да, вот так вот. Я уже начала вязать повязку. Вот. Если у меня получится в Калининграде докупить такую пряжу, то, конечно, я свяжу и берет. Также у меня есть еще вот Ернард джинс. У меня разные оттенки серого цвета. Я тоже думаю, что я на что-то скомбинирую. Ну, вот, друзья, мы до 1 июля подготавливаемся, выбираем пряжу. 1 июля у нас начинается старт. Поэтому я всех вас с большим удовольствием приглашаю и говорю о том, что конкурс будет у нас проходить в конце августа. Мы будем выбирать победителей, будем награждать тех, кто активно поработает за эти два месяца. То есть там будет проходить голосование. Заходите к Наташе Хомяковой на канал Вязана, и вы все там узнаете, все увидите. Если кто-то из моих зрителей хочет присоединиться, пишите комментарии. Ваш список я передам Наташе. Если не хотите под моим видео записываться в совместный проект, проходите к Наташе, записывайтесь у нее. Вот, ну, мы вместе являемся организаторами и спонсорами, и проводить мы будем вместе, потому что вместе дружнее, компания веселее. Вот, и, пожалуйста, присоединяйтесь в любых соцсетях. У Наташи есть везде оставлены данные ее. Вот, хотите, заходите ко мне, я оставлю свою группу ВКонтакте, в Одноклассниках. Заходите, можете записываться у меня. Разницы нет никакой. Мы вместе этот проект
начинаем, стартуем, и вместе мы будем его заканчивать и награждать тех, кто победили. Вот, друзья, вяжите с удовольствием, вяжите в радость. Пусть творческий процесс приносит вам удовольствие. Ну и в дальнейшем желаю, чтобы ваши изделия носили те малыши, которым вы их свяжете, чтобы они радовались, чтобы им было тепло, комфортно. Вот. До новых встреч, дорогие мои друзья. Всем желаю, чтобы у вас нашлась пряжа, чтобы вы смогли ее приобрести и чтобы вы смогли начать вместе с нами вязание. Всего хорошего, друзья. До новых встреч. До свидания.